Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. В этом видео я покажу вам места, которые не могут увидеть туристы. Два раза в год по два дня, весной и осенью, в Риме открывают для посещения места, которые обычно закрыты. Туда могут попасть все желающие, но надо отстоять большую очередь, а у туристов времени нет. У меня же есть специальная карта Fai, с помощью которой я прохожу в такие места значительно быстрее. Карта Fai выдается на год, и при ее покупке деньги идут в фонд окружающей среды. Сегодня я приглашаю вас побывать в нескольких секретных местах Рима, одно из которых, где Курацьери, почетный караул президента Итальянской республики, проводит ежедневные тренировки, необходимые для обеспечения безопасности главы государства. Здесь проходит тренировка стрельбы, верховая езда, оттачивается техника сопровождения президента как пешком, так и на машине. Мы посмотрим конюшню, седла для лошадей, зайдем в зал старинных мотоциклов, часовню, пройдем по коридору, где хранятся исторические шлемы и доспехи. Если вам все это интересно, тогда смотрите видео до конца. Мы находимся сейчас на территории казармы итальянской элитной воинской части и почетного караула президента Итальянской республики. Такой вид, который мы видим сегодня, казарма приобрела благодаря многочисленным реконструкциям. В конце 15 века по воле папы Сикста V здесь был монастырь Сан-Бернардо, а в 1870 году часть зданий перешла в государственную собственность и была предназначена для казарм, а другая часть осталась монахиням. Девиз полка – «Смелость становится сильнее в опасности». Итак, это место с 1870 года стало казармой, где жили, обучались и тренировались элитные войска главы государства. Мы находимся в закулисье и видим то, что спрятано от глаз обычного человека. Сейчас мы направляемся в конюшню, где находится 60 лошадей. Великолепные ирландские лошади, высота которых в холке не менее 175 сантиметров. Все очень чисто и никакого запаха. Чтобы стать одним из курацьери, нужно быть прежде всего карабиньером, а затем иметь физические данные, прежде всего ту высоту, которая должна внушать страх врагу. Все курацьери должны быть не менее 1,90 м в высоту. Потом в дальнейшем видео обязательно обратите внимание, какие высокие ребята ходят по казарме. Во дворике стояли мотоциклы, которыми пользуются в наше время. Потом другие мотоциклы покажу вам позже. Здесь ухаживают за лошадьми.
На самом деле кандидаты в куратьери должны иметь отличную физическую форму, чтобы защищать президента республики, и выдерживать вес формы в течение многих часов. Именно по этой причине куратьери проходят тяжелую тренировку, которая включает в себя не только упражнения, направленные на совершенствование техники боевых искусств, но также они должны быть превосходными стрелками, уметь справляться в ситуациях с большим потоком людей. Это именно для обеспечения правильного сопровождения президента республики. А мы сейчас поднимаемся в крытый зал верховой езды. Questo è uno dei maneggi perché parlavamo appunto prima di Tour di Quinto. Questo è il maneggio dove loro si addestrano quotidianamente. Мы посмотрели, как тренируются. Реализовано sempre negli anni. Troviamo sullo sfondo ancora quello che è lo stemma appunto del corpo dei corazzieri e fondamentalmente quindi qui che si deve appunto abituare a tenere un certo portamento nei momenti di carattere pubblico. La vita professionale del cavallo va avanti. Зеркало, чтобы при тренировке можно было видеть себя. А сейчас мы зашли в часовню, которая находится в казарме. Небольшой орган, крест, сделанный из подков. Обратите внимание, что рядом с казармой находятся обычные жилые дома.
А сейчас спускаемся в столовую, где рядом со столами и стульями находятся остатки Домус Флавия с мозаикой из стеклянной плитки. Здесь жил Веспасиан до того, как стать императором. От богатого дома осталась большая комната, украшенная мозаикой. Вот так выглядит столовая. Удивительно красивая мозаика. Жаль, что все снимала на бегу, и свет падал так, что трудно было передать красоту и яркость мозаики. Никто не мог себе представить, что под старой столовой, рядом с монастырем, было спрятано настоящее сокровище. Когда начали работы по восстановлению пола в 1964 году, нашли важный археологический комплекс, состоящий из остатков зданий, в том числе и некоторые участки первых городских стен. И самое интересное, что в Риме так везде. Под каким зданием ни копни, везде можно найти сокровища. Современный Рим построен на античном Риме, который находится на 7-метровой глубине. А теперь мы пришли в зал с седлами. Проходим по залам, коридорам. Сейчас мы зашли в зал с мотоциклами. Исторические фотографии на стенах.
Удивительно интересный зал. Сначала рассматриваешь мотоцикл, а потом смотришь на фотографии и удивляешься, сколько ему пришлось пройти. Поднимаемся выше, и сейчас мы пройдем по коридору, где хранятся исторические шлемы и доспехи. Опять же снимаю на ходу. Здесь бы по-хорошему задержаться, да порассматривать все внимательно. Но, увы, надо идти за группой. Кабинет, где принимают важных гостей. Наша небольшая экскурсия по казарме итальянской элитной воинской части и почетного караула президента Итальянской Республики подходит к концу. Мы спускаемся вниз. Не знаю, как вам, а мне очень нравится заглядывать в закулисье. В следующий раз буду проходить мимо казармы и вспоминать эту замечательную экскурсию. Не спешите выключать видео. Наша прогулка еще не закончилась. Покажу еще кое-что. Дворец правосудия, или как его называют римляне, Иль Палацаччо, был построен между 1888 и 1910 годами по проекту архитектора Кальдерини, который был вдохновлен архитектурой необарокко.
Но, как вы понимаете, почва у реки не совсем благоприятна для строительства такого массивного здания. И поэтому начались споры при выборе материала для строительства и оформления. Задумка архитектора была полностью построить здание из мрамора. Но все-таки хорошо, что материал для строительства здания был заменен. И все равно здание получилось очень тяжелое, и был риск его разрушения из-за местонахождения у реки. Было время, когда палаццо закрывали для укрепления фундамента, но потом его открыли, и сейчас он является настоящим дворцом правосудия. Огромное здание – памятник суровой красоты, настоящий храм справедливости. Я очень давно мечтала побывать там, но просто так туда не попадешь, нужно иметь специальный пропуск. Мы сегодня идем туда вместе с ФАИ, Национальным итальянским фондом. К большому сожалению, нам сразу сказали, что снимать там строго запрещено, что меня, конечно, очень огорчило. Давно хотела показать вам это здание внутри. Это очередь, у кого есть карта ФАИ или, так скажем, годовой абонемент. А это очередь без карты ФАИ. В прошлом году я стояла в такой очереди. В этом году решила купить годовой абонемент. Запускали нас по 25 человек с каждой очереди, итого 50 человек на одного гида. И 6 человек за нами следили, чтобы мы не фотографировали внутри. Так что я даже не рискнула снимать и фотографировать, а так хотелось показать вам этот дворец. Кажется, что дворец полностью сделан из травертина, но на самом деле он только покрыт травертином. Само здание выполнено из железобетона, техника строительства которого была одним из первых примеров в Европе. Главный фасад, обращенный к Тибру, увенчан скульптурами правосудия. Фигуры символизируют закон и силу. Дворец прямоугольный, состоит из 3 этажей. После того, как я побывала внутри, могу сказать, что на самом деле это храм справедливости. Такой красоты и мощи я еще не видела. Все в белом мраморе и фресках. Каждая деталь продумана. Такое величие. Мы прошли по многим залам, кабинетам. Как я уже говорила, дворец прямоугольный. Внутри находится дворик. А чтобы обойти здание по одному этажу, у вас займет без остановки чуть более 10 минут. Представляете, какое огромное здание? На верхнем этаже в каждом зале и коридоре 1/3 потолка стеклянная, через которое поступает в это здание освещение. Во внутреннем дворике размещена большая статуя закона, символ Рима – волчица с близнецами, а под окнами кабинетов размещены медальоны с названиями главных городов регионов Италии. Сейчас я пришла в Верховный военный суд Палаццо Чези. Но в середине 16 века этот дворец был построен для богатой семьи флорентийских купцов Гадди. Потом этот дворец был куплен Чези, чье имя до сих пор и носит. Со временем дворец был расширен, и здесь находилась самая первая научная академия. Сюда захаживал Галилео Галилей. Потом еще много раз менялись хозяева. Сейчас здесь находится Верховный военный суд. Но, к сожалению, и здесь не везде можно было снимать. Окна Палаццо Чези выходят на Виа де ла Маскера Доро, улицу Золотой Маски. Мы видим Палаццо Милеси с фресками Полидоро да Караваджо, ученика Рафаэля. В 2014 году они были отреставрированы. Фасад здания, в котором мы сейчас находимся, раньше был тоже расписан фресками Полидоро да Караваджо. Но, к сожалению, фрески были разрушены годами и по неосторожности закрашены белой краской.
Сегодня они известны только по рисунку, хранящимся в музее в Вене. А во внутреннем дворике палаццо в свое время был первый небольшой ботанический сад Рима. Он был засажен редкими растениями. Фонтанчик. Очень мило оформлен питьевой фонтанчик. Это фотографии рисунков, которые хранятся в музее в Вене. Именно так раньше было украшено это здание, в котором мы сейчас были – Палаццо Чези. Весь фасад был украшен мифологическими сюжетами. На этом наша прогулка заканчивается. Надеюсь, что, посмотрев видео, вы узнали что-то новое о Риме и побывали в тех местах, в которые трудно попасть обычному туристу. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца, за ваши лайки и комментарии. До новых видео, друзья! Thank you.